Лахта-центр. Самое высокое гражданское здание в Европе. Его высота составляет 462 метра под шпилем. Строительство ведется с помощью специально разработанных башенных кранов «Липхер» с маховой стрелой. Эти машины способны поднять груз весом до 64 тонн на высоту более 400 метров. Техническое обслуживание на такой высоте требует высокого профессионализма. Сервисному инженеру предстоит подняться на высоту 462 метра. Чем выше, тем сильнее ветер и ниже температура. Но выхода нет. От работы инженера зависит успех строительства и жизни тысяч людей, работающих на объекте. Привет. Сейчас будем тормоза проверять у себя. Мне нужна будет твоя помощь. Давай майна помалу. Да, вот так вот, не спеши. Такая работа требует от человека максимальной собранности и постоянного контроля за ситуацией. Стандартная процедура осмотра датчиков выглядит как высотный трюк. Но на самом деле это важная часть проверки оборудования, которая отвечает за наращивание крана. Диспетчер,